Такая есть участница Регина Тодоренко, знаете, да, как относитесь? Да, мы, ну, я знаю Регину давно. Регина на самом деле проходила вместе со мной во втором, по-моему, да, во втором сезоне отборочной. До нее там очередь не дошла просто. Она там плакала, это было, ну... Красиво, в смысле, красивая девушка, красиво плачет, то есть это был тоже такой ивент своеобразный. Ну, Регина, с моей точки зрения, не поет, как бы она просто такой, ну, как бы, ну, она такой, типа, энерджайзер, приятный всем, она, у нее это получается хорошо. Судить ее как певицу, ну, мне кажется, бессмысленно совершенно.